Заметка, разница Дубай и Россия. Вот эти дома находятся вот от места, где я стою. Это вот искусственное озеро здесь сделано. Насос, он, значит, там перекачивает воду. Там еще два озера сделают. И вот там, сейчас покажу, вот там и вот там. Такие квадратные, где он там, вон там. Фильтры стоят. Ну так вот, разница здесь где-то километр от домов. Это мягкий такой сделан для бега тренировочный корт, можно так сказать, вокруг озера. Но разница вот в чем. Здесь стоят два огнетушителя. Вот это гидрофильтр, трансформаторная будка, как говорится. Здесь нету никого. Особенно ночью. Вот сейчас 11 вечера. Иногда спортсмены проходят. Но эти, блин, огнетушители всегда тут стоят. А еще вокруг озера спасательные круги висят. Бочка вот строители здесь оставили. Это уже, не знаю, месяца 3 стоит. Бочка с водой, можно руки там сполоснуть. Кстати, не знаю, что здесь стоит. Сейчас подойду, посмотрю. То есть, а дальше, потом с окошка покажу это место. У нас как раз окошко выходит на это поле. Огромное поле. Ну, короче, пустошь. Там два озера, как я и говорил. Разница-то в чем? В России бы давно скоммуниздили эти самые. А вот, кстати, лестница. Сколько она здесь? 4 метра длиной лестница лежит. Дюралюминиевая, или как она там, алюминиевая. А вот туда дальше пройдем. Сейчас пока дойду, покажу. Там лодка надувная стоит. Никто не трогает. Дойдем, покажу. Дошел я до этой лодки. Вот она стоит. Красивенькая. Асис, написано на ней название. Моторная лодка. Движком. Еще какая-то штуковина стоит. Я так понимаю, погружение какое-то. Ну, не знаю, короче. Вот она стоит. Просто вот такой веревочкой привязанной, чтобы не уплыла. Я давно, точнее, я долго жил в России. Вот так, ну, нигде не будет стоять. Если у вас в городе так что-то вот стоит, блин, напишите в комментарии, скажите: Дима, а у нас в городе вот такой вот порядок, безопасность? Ну, я вас тогда поздравлю.